давайте уже сразу к делу. Погнали. Я люблю еду и вино. О, господи. Еще один дубль. Еще один дубль? В смысле еще один дубль? Стиви Никс. Я не знаю, как описать эти отношения. Мы же с тобой говорим о докторе Дре и Джимми, верно? Джимми Йовин – подъемная сила. Дре – инноватор. От режиссера Аллена Хьюза. Джимми словно вирус, который внезапно появляется в системе. Я всегда мечтал стать успешным. Я был рожден, чтобы стать частью хип-хопа. Доктор Дре – довольно-таки загадочный человек. Новый четырехсерийный документальный фильм. Страх – это мощная штука. Она обладает невероятно разрушающей силой. Но, к счастью, мы научились контролировать свои страхи и даже извлекать из этого выгоду. Несокрушимые. Я знал, что нас ждут неприятности. Я знал, что со временем у нас возникнут проблемы. У меня есть идея. Просто оставьте меня в покое. Полное отсутствие страха, как и всего остального. Однажды ФБР прислало мне письмо. Прекращайте записывать это такие письма. Это энергия. Это ярость. Мы были потрясены. Не было никого, кто бы звучал так же классно, как мы. И я решил испытать о, удачу. Да. Мы — это одно большое политическое заявление. Давай отложим этот бит. Раз, раз, раз. Мы же с тобой говорим о докторе Дре и Джимми, верно? Джимми Йовин – подъемная сила. Дре – инноватор. Нужно что-то более впечатляющее. Брюс научил меня трудовой этике. Чтобы делать так же хорошо, как другие, нужно больше работать. А чтобы делать лучше, чем другие, нужно разбиться в лепешку. Я знал, что я смогу добиться успеха. Мой друг собрал две великолепные вертушки, и я тут же начал крутить их. Я хотел вырваться и всех покорить. Я думаю, что наш альбом «Rattle and Hum» подкосил Джимми. Я думаю, он сломался. Я не хотел работать в студии. Мне все это надоело. И помню, я сказал, а может быть мне основать свою звукозаписывающую компанию? Я хотел собрать самых лучших продюсеров и работать с ними. Хоть умри, но этот альбом нужно было выпустить. Я создавал его кровью и потом. Я показывал его всем, но почему-то всем не отказывали. Никто не хотел связываться со всей этой так называемой рэп-игрой. Они боялись иметь дело с такими вот людьми. Восточный побережье, где ваша любовь к доктору Дре и Снуп Доггу? Интерскоп перешел грань приличия. Я помню, как Дре проигрывал нам свою пластинку «The Chronic». Я такой говорю, кто записал тебе ее? А он мне в ответ, я сам. Вау, этот парень обязательно должен представлять Интерскоп. Помню, как Джимми зашел к нам и сказал, «Ребята, я хочу, чтобы вы появились на обложке журнала The Rolling Stone». Говорил, что мы словно Микки Кит, а я ему говорю, «Бля, кто это вообще такие? Пиздут в The Rolling Stone. Было бы круто, если бы мы засветились на обложке журнала The Source. Вот где настоящий хип-хоп». И вот когда журнал вышел, черт, только мне в жизни столько белых не подходило. Но если быть вкратце, то... Боже мой, да это же Джимми Йовин. Ни хрена себе, с ним доктор Дре. Он включил кассету. И мне просто крышу снесло. Я от радости ссусь, когда думаю об этом. Джимми Йовин прогуливался по пляжу. Я подошел к нему и сказал, что у моего адвоката есть серьезное предложение. Компания по производству кроссовок хочет с нами сотрудничать. И вдруг он говорит, Дре, послушай, нахуй тебе эти кроссовки? Ты не должен продавать какие-то там кроссовки. Ты должен продавать... То, что напрямую относится к музыке. Да, вот так мы и решили выпускать наушники Beats. На протяжении всей своей карьеры я постоянно себя недооценивал. Страх – очень мощная штука. Она обладает невероятно разрушающей силой. Но, к счастью, мы научились контролировать свои страхи и даже делать из этого выгоду. Несокрушимые.